Престижева мультифон PSP5530 Hard Reset. Чтобы сделать сброс настроек на подобных аппаратах, существует несколько комбинаций. Это плюсы питания, минусы питания, плюс-минусы питания. Попробуем первой комбинацией плюс и питание. Две клавиши держим, экран загорится, питание бросить, а плюс продолжить держать. Не получится с плюсом, я попробую то же самое с минусом. Так вот, экран загорелся, я питание бросил, а плюс держу. Попробую с минусом, но я бы попробовал с таким порядком. Питание зажать на секунду-две, и следом минус. Но нам повезло, у нас включилось рекавери. Первое, на что обращаем внимание, сразу смотрим. Android 6.0. На Android 5.1 и выше, перед любыми сбросовыми прошивками, необходимо выходить из учетной записи Google. Меню настройки аккаунта. Выбрать гугловскую учетную запись, еще раз на нее нажать в правом верхнем углу кнопку с тремя точками «Удалить аккаунт». Если этого не сделать, то после сброса либо прошивки он будет просить старую учетную запись и пароль от нее. На канале есть плейлист ФРП Google, мои же видео, но лучше с этим не связываться, это далеко не шутки. Значит, в самом рекавере опускаемся вниз до строчки «Wipe Data Factory Reset» и нажимаем «Вверх». Если «Вверх» не срабатывает, то «Питание». Попали в следующий пункт. Здесь куча строчек «No» и одна строчка «Yes». Выбираем строчку, где написано «Yes, delete all user data». И выбираем кнопку питания. Иногда, повторяю, нужно использовать нижние сенсорные клавиши, если таковые есть. Бывает, что питание не срабатывает. Дальше он перекинет, начнет делать все сбросы. Здесь у вас внизу побегут строчки, там их порядка 4-5. Последняя строчка будет «Data wipe complete». Это будет означать успешное окончание сброса. После того, как он все сделает, он перекинет вас в предыдущее меню в самой рекавере, в котором нужно выбрать, в зависимости от ситуации, первая строчка Reboot System Now, чтобы его перезагрузить, последняя Power Off, чтобы его выключить. Я, к сожалению, не помню, на каком он процессоре, то ли на Spectrum, то ли на MTK. Но вот, например, в этом же рекавере вам понадобится строчка Reboot to Bootloader в тех случаях, когда вы пытаетесь снять FRP-блокировку. То есть, знаете, если вам нужна FRP-блокировка, то вы можете выбрать первую строчку Reboot System Now, вторую строчку Reboot to Bootloader, он перезагрузится в режим фастбута, из которого можно утилитами разблокировать. Этот способ он универсальный, также есть в плейлисте FRP Google, там что-то как снять блокировку на любом спритруме. Ну, а если на МТК, то через ForceTool отформатировать кусок памяти, если руками вдруг не снимается. Выбираете ему Reboot System Now. Он у вас перезагружается. Дольше обычного 10-15 минут он будет включаться. Включится чистый, сброшенный. Единственное, помню, что если не вышли из аккаунта, то попали на блокировку. Дальше. Следующий момент, который нужно помнить. Во-первых, с аппарата все удалится. Он будет чистый. Данные никакие сохранить нет технической возможности по той причине, что он, допустим, из графический ключ, никак туда не зайдешь сбросить. Вот. И также помню, что его нужно зарядить. В разряженном состоянии он может вообще не пускать в рекавере, либо прервется в процессе сброса и может кирпичиться. Сброс, прерывание сброса в процессе прошивки либо хард-резета, они чреваты кирпичом. Лучше не шутить с этим, потому что нужно искать прошивку будет. По прошивке аппарат, относительно свежий, достаточно свежий. Если вдруг нужна прошивка, то гуглите тему этого аппарата на 4PDA. Вот. Здесь тема именно про Hard Reset. И помним, что все действия с краденными, найденными, ворованными устройствами – это уголовно наказуемое деяние. Связываться с этим нельзя. Если вдруг это ваша работа, вы берете за это деньги, то вы должны с человека брать документы, подтверждающие факт покупки. Все самое важное и все аппараты Престижу, они лежат в плейлисте Престижу. Попасть можно с главной страницы канала. Все самое интересное, важное и полезное с моего канала в плейлисте «Полезное». Попасть можно с главной страницы канала. На этом все. Я выбираю Power Off, чтобы выключить, я все равно я ничего не делал. Вы выбираете Reboot System Now. Дольше обычного, как говорил, он включается. И включится чистый и сброшенный. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.